Друзья, всех приветствуем! Сегодня на ужин мы будем готовить жульен. Для этого нам потребуется филе куриной грудки, грибы-шампиньоны, лук, сыр и сливки. Грудку я предварительно порезала, замариновала в соевом соусе, приправа карри и приправа для курицы. Грибы-шампиньоны мы сейчас порежем, сыр потрем, лук порежем. Поставили разогревать две сковородки с маслом. На одной мы будем обжаривать филе куриной грудки. На второй лук и грибы. Грибочки с луком у нас поджариваются. Мы добавим сюда ложку муки. Все перемешаем. Теперь добавляем сливочки. И пусть у нас это все закипит. Доводим до кипения. В форму для запекания мы выкладываем курочку обжаренную. Далее грибы с луком и в сливках. Посыпаем все это тертым сыром и отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов для запекания. Все у нас готово. Так красиво запеклось. Сырная получилась такая корочка. Очень ароматно. Очень аппетитно. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр.